Jazzme. Обзор MVP версии. 1. Что такое Jazzme Jazz? Jazzme – онлайн-платформа, социальная сеть для музыкантов на базе блокчейна Minter, собственной цифровой монетой Jazz, где музыканты свободно делятся своим творчеством, а пользователи наслаждаются талантом и помогают им развиваться в пару кликов, как финансово, так и в образе обличия. Музыканты смогут добавлять видео и аудио своих выступлений, а пользователи оценивать цифровой монетой Jazz, которую можно конвертировать внутри платформы в основную монетную систему Minter VIP и через различные сервисы обмена обменивать их на финансовые средства доллары, рубли и другие цифровые монеты BTC, ETH и остальные. Пользователи платформы смогут не только тратить полученные средства на повседневные нужды или приобретение товаров, услуг, представленных на платформе Jazzme, но и при желании получать пассивный доход посредством делегирования монеты Jazz. 2. Платформа Jazzme. На данный момент платформа Jazzme разрабатывается на веб- и Android-версиях. На платформе уже доступны следующие функции. Новости. Новостная лента освещает последние события на платформе, загрузка контента музыкантов, анонс конкурсов, розыгрышей, батла. Кошелек. Личный кошелек пользователя с балансом VIP и в кастомной монете. Переводы. Осуществление транзакций на любой адрес сети Minter. Пополнение. Инструкция по пополнению счета внутри платформы Jazzme. Настройки. Возможность изменить параметры пользователя, такие как имя пользователя или добавить информацию о себе. Загрузка видео и аудио выступлений. Отправка доната через кнопку «Поддержать». Музыканты смогут принимать монеты Jazz на свой адрес внутри кошелька платформы Jazzme. Как онлайн-переводы, так и переводы через QR-код. Для конвертации монет в фиат, рубли, доллары, евро или в другие криптовалюты музыканту будет необходимо обменять монеты Jazz на BRP внутри платформы Jazzme и далее воспользоваться одним из серверов обмена. На платформе будут проводиться батл выступления участников. Музыканты будут выступать друг против друга, загружая аудио своих выступлений и соревнуясь между собой. Победитель выявляется по больше собранной сумме Jazz. В течение определенного времени, к примеру, сутки, пользователи будут выбирать, чей аудиоконтент лучше. Батл выступления будет проходить по следующей схеме. На площадке анонсируется дата, время и срок проведения батла. Количество всех участников делится на пары по 2 исполнителя. Победителя батлов будут выбирать пользователи платформы монеты Jazz. Оба участника получают всю сумму донатов, которые они получили за время проведения батла. Победителем объявляется тот, кто пройдет все раунды батл-шоу до финала. Помимо этого, принимать донаты монетами Jazz за свой контент музыканты смогут просто лишь загрузив видео или аудио своего выступления к себе в профиль. Монеты Jazz можно будет приобретать как внутри платформы, так и вне ее. Билеты на музыкальные концерты и на различные мероприятия в сфере финтех. С помощью монеты Jazz можно будет участвовать в розыгрышах и лотереях, которые будут проводиться на платформе Jazzme. Для получения пассивного дохода любой пользователь сможет делегировать монеты. Также монеты можно конвертировать в другие криптовалюты и фиатные средства. Помимо денежных вознаграждений, пользователи смогут оценивать видео и аудио артистов лайком для составления их рейтинга. Сумма всех лайков и будет формировать общий рейтинг артиста. Таким образом, чем больше видео и аудио загрузит артист, тем выше может быть его рейтинг. Ключевым элементом экономики и внутренней валютой платформы является кастомная цифровая монета Jazz. Любой пользователь платформы сможет поддерживать артистов, отправив им монету в пару кликов. Монету можно будет отправить на приобретение товаров и услуг, предоставленных на внутреннем маркетплейсе платформы, либо обменять на BRP и вывести в фиат доллары рубли. Первые 1000 пользователей получат по 50 монет при регистрации. 3. MVP. На данный момент платформа Jazzme, веб-версия Android-приложения, находится на стадии MVP – Minimal Viable Product – минимально жизнеспособный продукт и имеет следующий функционал. Вход через Google аккаунт, раздел новостей, включает просмотр контента и новостей на площадке.
QR-код-сканер. При наведении на QR-код адрес кошелька предлагает перевести деньги. Вкладка пользователя включает в себя баланс на кошельке, адрес кошелька, возможность получить QR-код кошелька. В меню пользователя есть возможность посмотреть историю транзакций, изменить параметры пользователя, такие как имя пользователя, адрес кошелька, добавить информацию о себе. Инструкция по пополнению кошелька при нажатии на «Пополнить кошелек». Перевести деньги определенному адресату кошелька. Загрузить видео и аудио выступления. Отправить донаты через кнопку «Поддержать». 4. Что такое Minter BRP? Minter – блокчейн нового поколения, на котором абсолютно любой человек с любой точки земного шара сможет создать и выпустить в свет свою цифровую монету, которая подкреплена основной монетой в сети Minter BRP, которая в свою очередь имеет реальную стоимость в 0,5 тысячных долларов за 1 BRP июнь 2020. Блокчейн, позволяющий физическим лицам, проектам и компаниям выпускать собственные монеты и управлять ими, а также продавать их по сравнительно рыночной цене с абсолютной и мгновенной ликвидностью. Блокчейн – это распределенная база данных транзакций, которую можно сравнить с огромным децентрализированным и распределенным госбухом, где благодаря интернету прозрачно защищены и автономно хранятся и преобразовываются величины и данные, при этом центральный контрольный орган отсутствует. Эта книга активна, составлена в хронологическом порядке, распределена, проверяема и защищена от фальсификации при помощи системы распределения доверия консенсуса между участниками узлами. Каждый участник сети обладает актуальной кнопкой этого госбуха. Квазиреальность, виртуальная реальность, содержимое которого все время синхронизируется со всеми остальными участниками. BRP – криптовалюта. Нативная монета сети Minter называется BRP. Ее цель – удовлетворить потребности реального рынка, включая быстрые переводы между мобильными пользователями, низкие комиссионные сборы и, конечно же, солидное предложение монеты в размере 10 миллиардов BRP. Уникальность сети Minter состоит в том, что любой пользователь может создать кастомную монету и мгновенно обменять ее на BRP, так и на любую другую монету в сети. Такая монетная ликвидность стала возможна благодаря обеспечению каждой монеты резервом в BRP. Резерв создается при выпуске монеты и увеличивается, когда ее покупают эмиссия, а когда ее продают сжигание, уменьшается. Курс любой монеты сети Minter к BRP определяется путем точного математического расчета. Идеология Minter основана на научных трудах известных экономистов. Лауреат Нобелевской премии по экономике Фридрих фон Кайн утверждал, что деньги являются всего лишь одним из видов информации и потому должны быть денационализированы и, следовательно, производиться любым физическим или юридическим лицом.